Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем о саде стиле шебешик. Итак, за годы своей работы у меня появились свои секреты создания сада, которые мне очень помогают в работе и которыми я рада поделиться с вами. Надо обязательно представить точно, для чего вы его создаете. Садов может быть очень много. Определиться, для чего вы создаете сад, это очень важно и, можно сказать, первостепенно. Однако же очень важно и при разбивке сада учитывать его территорию, то есть размер, форму, геопластику, окружающую природу, его освещение в течение дня и архитектуру дома. Я, например, исходя из этого, обязательно, как я уже сказала, создаю для сада легенду, историю, которая помогает мне определиться в выборе стиля. Это очень облегчает мне в дальнейшем работу по подбору соответствующих заданному образу растений, мощений, украшений, стиля мебели, цвета и прочее. Ну, по легенде, мой сад – это русская усадьба в миниатюре, с явными признаками ушедшего времени, где удачно сочетаются современные и старинные приемы дизайна и традиции, где в интерьере и экстерьере дома много деревянных решеток и резных элементов, в саду трильяжи, пергол, винтажных вещей и растений, характерных для русской усадьбы. Это микс из воспоминаний о дачах 19-го, начала 20 века и современности. Если проследить тенденцию работ дизайнеров, любителей старины, то можно отметить, что они, как правило, дают предпочтение предметам того стиля, которыми когда-то славилась их родина. Для Франции это более простой прованский или шикарный стиль Луи XIV, для Англии – викторианский, для Италии – тосканский, для Греции – античный, а для нас это чаще всего русский модерн, арт-нуво, советское арт-деко. Стиль, на который меня вдохновили окружающая природа и который я выбрала для интерьера своего дачного дома – шебешик. Одно из направлений стиля кантри. Нашел свое естественное продолжение и в декоре сада. Это уютный, романтичный, сказочный стиль, который сочетает в себе такие направления моды, как ретро, винтаж. Ведь он с такой легкостью способен погрузить вас в сказочный мир детства, в царство безмятежности и комфорта. Ах, эти белые деревянные скамьи, плетеные кресла с бесчисленным количеством декоративных подушек, ажурные кованые столики с кружевными скатертями. Даже в их расстановке главный акцент всегда делается на комфорт. В любом саду должно быть много мест отдыха, а в саду шебешик – это непременное условие. Для фасада дома я выбрала цвет зеленой мяты, для того, чтобы он лучше вписался в окружающую природу. А для его отделки белый мой домик утопает в зелени. Здесь господствует растительность, а не дом, и она со временем как бы поглощает его. Для меня очень важно было, чтобы мой дом и сад стали единым целым. В основе хорошего дизайнерского сада лежит грамотное проектное решение. Хорошо спланированным садом можно любоваться с разных точек. Поэтому очень важно, чтобы в саду были вот эти точки видовые. А в саду шебешик там обязательно стоят
кресло с подушками, где удобно сесть и полюбоваться окружающей природой. Вот вид с площадки, за которой мы сидим. Ну а когда выходишь из дома, то, естественно, фокусная точка – это наше патио с белой скатертью, с белым стулом. Вот. И задний план – гортензии. А вот еще вид с лавочки. Очень ценю сады, в которых комфортно. Например, такое милое обычай – ставить скамейку у входа в дом для того, чтобы, возвратившись домой с покупками, можно было поставить на нее хозяйственную сумку, прежде чем отворить дверь в дом, или обменяться заглянувшими на минутку соседками с новостями. Белая скамейка с деревянными кружевными и фасад дома, оплетенный диким виноградом. Это еще и визитная карточка, эффектная картина, представляющая перед взором вошедшую в нашу калитку. Итак, что же говорит Ашибишик? Это скатерть. Цветы в определенных горшках и вазонах, белая скамейка, кружева, которые есть не только на скамейке, но и везде. Хосты, посаженные по углам, как бы закрепляют эти углы. Этот эффект был подсмотрен в классическом старом саде. Поилка для птиц. Цветы в горшках. Подушки. Я бы хотела отметить, что у меня новинки появились в моем уголке. Мой сад решен в стиле шеби-шик. То у меня появилось кресло, которое сделано из ротанга, плетеное кресло, и стул деревянный, который вот я разукрашивала. И, в общем-то, можно посмотреть фильм на эту тему, как мы делали из старого стула такой состаренный стул в стиле шеби-шик. Thank you.
какие-то потертости. Вот мы сделали на стуле. Потому что у нас стул.